Поднялись мы на канатной дороге вверх к подножию гор и смотрим, видим тут совершенно роскошный дворец. Дворец строится. Беседка, дом для прислуги, мрамор. Он абсолютно весь из мрамора. Вот такой вот дворец. У графа Воронцова, наверное, поменьше будет дворцы, которые мы посещали. Вот такой вот дворец, видите? Поднимаемся, смотрим. Роскошный, конечно. Там он дом для прислуги даже. Такой, что я не знаю, звезда европейского класса позавидует такому домику для прислуги. Я бы с удовольствием в таком бы домике жил. Такой вот роскошный дворец. Поднимаемся, поднимаемся, поднимаемся. И видим случайно, совершенно случайно, строительный мусор накрыт баннером. Партия регионов. Партия регионов. А здесь, о чудо, написано на этом баннере: защитим интересы родного края. Депутат Рады. Защитим интересы родного края. Вот партия регионов такая вот. Януковича была. Ну тут вот достраивают они себе. Что-то достраивают. Не знаю, что это у них. Скорее всего, частное владение. Вот такие вот. Партия регионов. Вот она. Партия регионов. Защитим интересы родного края. Вы депутаты, что ли, мне поддаться уже, в конце концов? Из артистов, поэтов и композиторов. Вот такой дворец замечательный. Защищают интересы родного края, партия регионов. Великие венерианские укры –